Вот так массово и патриотично «Жемчужина России» открывает смену. Сегодня здесь отдыхает около 5000 ребят со всей страны. Все они приняли участие в празднике. Санаторий условно разделен на 5 внутренних городов – Космос, Лучезарный, Солнечный, Приморский и Сокол. Каждый город продемонстрировал свою особенность в индивидуальных выступлениях. Ничего себе, покажи всем. Парады отрядов принимали почетные гости. Депутат Анатолий Сухов специально прилетел из Свердловской области, чтобы посмотреть, как отдыхают дети из этого региона. Порядка 1500 детей у нас получают День здоровья. И очень прекрасные отзывы в организации, мероприятий по детям, прекрасные корпуса и администрация городского округа чувствует, что активно участвует в таком хорошем социальном проекте. Самое основное, конечно, для детей. Это всегда была Анапа традиционная, травица детская. Так она сохранила свою качество. Это здорово, нам нравится, нравится. И мы, конечно, будем сюда приезжать. Вадим Язев приезжает в «Жемчужину» уже 8 лет подряд. Считает, лучше для отдыха места нет. И после каждой смены у него появляются новые друзья со всех уголков России. Я живу в Ярославле. Там очень много заводов. Воздух не такой чистый. А тут Россия, Анапа. Очень нравится климат. Все прекрасно, много деревьев. Погода всегда, практически всегда хорошая. Очень нравится. Летней оздоровительной кампании санаторий был полностью готов еще в апреле. На сегодняшний день здесь уже успели отдохнуть около 3000 детей. Но самая горячая пора еще впереди. Летний сезон, да, действительно, мы открываем вот таким большим мероприятием, которое называется «Антей». Мы собрали здесь всех детей «Жемчужины России» в количестве 5500 детей. Это дети со всей Российской Федерации. Собираются это все наши давние партнеры, которые из года в год, каждый год едут отдыхать в «Жемчужину России». Ежегодно на открытие сезона руководство санатория преподносит ребятам сюрпризы. Не обошлось без них и в этот раз. Гвоздем вечерней программы стало выступление группы L1 во главе с кумиром молодежи, рэпером Лемоном Горозия. Зажигательные хиты «Якутяночка», «Тигр», «Океан» и многие другие стали настоящим подарком для юных отдыхающих. Оставайтесь собой! Нашли испортить деньгами, и чтобы не было с нами, «Жемчужина», оставайтесь собой.